Ладно, ребят, давайте продолжим. Еще раз всем привет и вперед. На следующее сюжетное задание. На прошлом стриме нам, возможно, тизернули следующего босса. И если это окажется правдой, думаю, будет весело. Однако, за выходные, пока не было стримов по Вулонгу, я немного подкачался вне стрима. Обновил экипировку немного. Прокачал, кстати, отношения полностью с Тянкой, и теперь я получил ее костюм. Плюс я тут немного очки прокачки перераспределил. Ну, постараемся. Надеюсь, проблем сильных не будет на следующем задании. Так, но сначала надо переодеться. Так. Снять. О, нормально. Так, а головной убор у нас как бы сейчас не отображается. Давайте его включим. Шляпка нормальная. Настройки. Ну все, погнали. Хотя, может, без нее лучше. Концентрат, к сожалению, нет. Ну, кстати, посмотрите, тут какие люди. Ну, спасибо. Так, неделённые силы позволяет переместиться к последнему использованному боевому флагу. Понятно. Ну, наверное, это будет полезно. Так. Привет, привет, ребят, всем. Да, Натурат, привет. Ну, Натурат, ты же не осуждаешь такое, верно? Наоборот, за. Так что будет отлично. Привет, сестра. Знаете, я был бы не против ее тоже раздеть и взять ее одежду себе. Ну, ладно. Она, к сожалению, не напарник. Ну все, погнали. К следующему сюжетному заданию. Вдруг все впереди? Ну, слушай, надеюсь, надеюсь. Так, ну что ж, погнали. Снимем этого чувака. А еще мы снимем вот того чувака. О, а что, так можно? Ладно.
Ах ты ж. Жесть, они агрессивные. Чё за фигня, эй? Не, слушайте, монстры, конечно, тоже агрессивные, но не такие. Эти ребята что-то прямо жесть. Или я просто давно не бился с врагами, людьми. Да хватит стрелять в меня. Слушайте, мне кажется, или реально враги стали какими-то агрессивными? Эти двое просто не переставали на меня нападать. Ни минутки передышки. Клево, мне это нравится. Ну, мана, это 100%. Его повысить точно. Давай, чувак, иди сюда. Агресси. А, блин. Нерука, ты тоже бегала в этом наряде и не отключала шляпу? Ну, потому что тут она нормально. Хотя, блин, вот лук, конечно, проходит сквозь нее, это немного рушит атмосферу. Так. Да ладно, не буду отрубать. Чувак, ты думаешь, я тебя не вижу? Еще как вижу. Так, болт из арбалета оставлю. Может пригодится потом. Этого чувака заманим сюда. Сказал заманить. Заманим сюда. Вот он. Давай, чувак. О, боже. О, боже. Yeah.
Так, ну все, остался только ты. Давай, давай. Обратите внимание, забавно, как он бьет. Две атаки отходят, две атаки отходят. Не тупо прет на меня без остановки. Так, отлично. А вот тот парень мне не очень нравится. Нет, он мне совсем не нравится. Если мы сделаем так... Слава тебе, Господи, тут храм. А это... Что нужно? Давай, критани. А, твою. Чувак, где твоя критата? Ладно. Ну я ждал, ждал, чтобы поймать его на крите, но... Ну ладно. Чё-то он как-то не очень. Ман, да, метательная слабая. Опа. Да, как вы видите, я нашел себе очень хорошее второе оружие. Скорее, его навыки очень хорошие. Натурата, а что тебе не нравится? Нормально все? Жесть.
Серьезно, тут никого? Я серьезно ждал подлянки. Ну ладно. Я сломан. Ну, кот, да, всякая мелочь. Наша цель, вот всякие мини-боссы. Так. Надо убрать того чувака. Ну, нужно вообще сейчас попытаться убрать всю мелочь. А, блин. Бежать. Так, вон там еще один чувак. Ну, пока я фармил, я заходил на это задание вот до сюда, как видите. Меня валили. Твою. А вот эта атака просто ублюдская. У нее просто очень жесткий тайминг. Ман, да насрать. Ненавижу копейщиков в этой игре, потому что у них такие длинные копья, просто жесть. Я за полкилометра достаю. Ну, там еще один спит. Ну все, мы вернули все обратно, ман, видишь? Я как бы сидел на месте, он все равно проснулся. Жесть, Бобик. А вот этот парень мне не очень нравится. Я выманю его сюда, вдруг там еще кто-то есть. А, блин. Падла.
Да. Тут лучше все-таки блокировать атаки этого чувака, потому что уворачиваться нет смысла. У него топор такой длинный, что он тебя достанет за полкилометра. Натурально, у кого-то длинные копья, а кого-то, да, топоры. Так, ну ладно, вроде неплохо продвигаемся. Пока что. Кстати. Нужно стрел купить. Так, максимум 10, 10 штук можно вроде носить с собой. И болты для арбалета 6 штук. Кстати, да. Я пока тут фармил, мне повезло. И мне выпал вот такой многозарядный арбалет. Правда, у него дамаг, сами видите. Давайте мы используем его немного, так сказать, для разнообразия. Вопрос. А куда стрелять и зачем? Ну, туда нет смысла. Так, о, это то, что я думаю. Да. Оно улучшает лечебное зелье дракона и увеличивает его способности. Конденсировать ци. Отлично. Так, чё, туда? Почему у меня такое чувство, что... Я маленький флаг где-то пропустил еще. А вот он. Вот он. Я осмотрюсь на всякий случай, вдруг что-то тут есть интересное еще. Кот сойдет. Киса. Моя любимая киса. Thank you.
Это место, конечно, замечательное для сражения с кисой. Просто великолепно. Да, блин. Увы, нет, кот, как ты видишь. Киса все еще создает мне проблемы. Там еще одна киса. Так, киса — это маленькие тачибаны. Она всегда будет создавать проблем. Ну, у кисы самое жесткое — это ее комбо-атака. Пока я не научусь ее парировать, она будет создавать неприятности. Так что да. Давай, киса. Да, блин. Киса. Так, мужик, я тебя не видел, ты меня не видел. Я за флагом пойду. Кот, потому что, ну, да.
О, нет. Лежать, Бобик. Вот этот навык, конечно, выручает. Он многих врагов прибивает неплохо и не дает им делать атаки. О, нет! А. Это был элитный воин, да? Почему ваш элитный воин фигня по сравнению с котиком? Потому что котики правят этим миром. А, кот, да, но это босс. Это не настоящий. Если это настоящий игрок, там написано никнейм сверху. А тут видел написано... Написано имя. Нормально. Лезть в огонь — это не лучшая идея. Упс. Я в дерьме. Отлично. Ну, к сожалению, кое-что пошло не так. Да, блин. Нифига не видно. Да. Такие места, конечно. Камера божественными местами. Так, кисонька, ты где? Где здесь должно быть?
кот. Не знаю, ты о чем. Отлично. Киса, блин. Блин, и там один стреляет, и здесь. Дед, до свидания. А вон где-то там есть кто-то, он за той баллистой, по идее. Но да, мы не сможем его стрелять. Отлично, тут даже трофей, оказывается, есть. Блин, отличное оружие все-таки этот меч. Отлично, еще один элитный воин. Ну
Мне еще этого не хватило сейчас. Твою! Ну отлично, еще этот ублюдок появился. А, блин. Сраные элитные войны. Я как понял, эти чуваки будут искать тебе всю карту. Кот, а французы тут при чем? Сделался все-таки. Как ты ж падла.
Ну, гори. Блин. Я не могу попасть отсюда. Еще можно пострелять. И все. Пошло не так. Кот, где флаг? Где тут чел? В смысле забей? Я не могу забить, флаги мне нужны. Это не тот флаг, который мне нужен. Ладно, как скажешь. Так, что же ему подкинуть? Ну, я не знаю, вот, например. Держи, чувак. Ешь, расти большим и хорошим, и дай мне плюшки. Понятно. Ну что ж, прыгнем ему на голову. Это называется прыгнем на голову, да. Неплохо так прыгнули. К сожалению, стрелять не в кого. И да, кстати, я лучше потрачу, так сказать, души. А то сейчас всякое дерьмо бывает. Еще и потеряем их. Ну давай, элитный воин, ты где?
Опять этот чувак. Вон. Придется ее встречать здесь. Давай, чувак. Да, блин. Господи, хорошо, что в этой игре сделали прыжки. Лежать. Прыжки топчик, конечно. Аж бежит. Да эти чуваки, когда появляются, они сразу идут на нас. Неважно, где мы находимся. Знаете, что будет клево? Мы деремся с финальным боссом. Осталось 2% КП. Появляется такой чувак сзади и тыкает свое копье в тебя. Критон. Так, дальность пририсовки, что с тобой? Я слышал, что ПК-версия не оптимизирована. Но как мы видим на плойке с дальностью пририсовки, что-то беда. Ну типа, ну тут реально пару метров, какого хрена. Господи, какие агрессивные, да дай... На тебе, папа. Кот, да, из-за этого, из-за чего же еще? Может, у него пассивка на скрытность с большого дальности? Увы, нет, потому что я заметил такое не первый раз и не с этим врагом только. И дальность пририсовки тут реально ужасная, учитывая внешний вид игры и то, что это, блин, закрытые локации, не огромный открытый мир. Это проблема оптимизации. Скажем так. Ну, ребят, вы поняли, там нас ждет босс. Но мы к нему не идем, потому что у нас там вон еще один флаг, как минимум. Вон там еще один. Я что-то мелкие флаги особо не нахожу. Даже странно. Thank you.
Уровень духа. Ну вот, дальность прорисовки. Ну, ну типа... Серьезно? Ну, я типа должен из лука валить этого чувака. Отсюда не могу. Потому что он исчезает. Ну, это смешно, серьезно. Что? Чего ты испугался? Закидаем его какашками. Обезьянка. Как ты ж падаешь. Да. Блин, где мелкие флаги? Две штуки должны быть где-то еще. Ман какой? Что-то я проворонил. О, нет.
Только его не сагрить. Чувак, отстань! Не, ну слушай, ну с этим уровнем что-то реально какая-то беда из-за этой дальности прорисовки. Как бы, блин, тут чувак пару метров, и он исчезает. Что за хрень? Это шутка, что ли, такая? Типа тут можно в кого-нибудь пострелять зачем-то. И чё, тут никак? Серьезно? Просто это просто... Место выглядит так, как будто тут можно по этой стене пройти, но нет. Ладно. Ну, гори, что ли. Не, рука, а куда стрелять? А, я понял. Все. Вот почему оно выделяется. Ну, нерка, я стреляю. А, вот. Отлично. Два раза просто осечка, ну, бывает. Да. Это типа мини-босс.
Да нет, что-то на серьезного босса он не похож, просто мини. Ваншот. О, вон там еще один. Твою сволочь. Только что толком. Я тут всех соседей разбудил. Yeah.
твою. Ребят, это был не босс. Это был мини-босс. Босс у нас любу будет. Он будет нас любить. Сильно, скорее всего. Хотя этот чувак был хорошей тренировкой, так сказать. Так. Ну, еще один флаг, скорее всего, должен быть вон там. В стороне. Нуар, так и он только что был как раз. Что-то тут ничего нету. И где же мы пролюбили еще один флаг? Да, блин. Я в первую очередь ищу флаги, а не сундуки.
доспех Дунджо. Такой себе. Где он может быть? Ну ладно, я думаю, без него справимся. Ах, твою! Оп! Тихо, чё за ген-ген начался? Нас это имели. Давай, развернись. Турат, я знаю, что я делаю. Это как раз как та стихия, которая нужна для двух мечей. И сабля, которую мы используем. Так, сначала вот это завалим. Чекпоинт как раз тут рядом. Ну, погнали. Так. Я думал, я сейчас открою эту дверь, и у меня сейчас начнется битва с боссом. Что-то облом. Вот
это не совсем то, что я ожидал. Так, вон там еще один чувак. Так, вроде чисто. Ну, начинаем. А, блин, второй раз еще. Ну, Сакусай, это если что... Вот, знаешь Ниндзя Гайден? Так вот. Это Ниндзя Гайден, скрещенный... Точнее, нет. С фишками Дарк Соула. И Нио. Скорее, это... Вот что. Хотя у Нио тоже, скорее, ноги растут из Ниндзя Гайдена. Но тоже взяты пару фишек из соусов. Так, что, все? Тут больше ничего нету? Серьезно? Ну ладно. Я думал, тут лежит путь к боссу, но... Увы, это не так. Ну, значит, сюда. Ну что, ребят, мы готовы? Обломиться. А, нет, не обломиться. Ну, погнали. Ребят, мы в дерьме. Ладно, берем напарников.
Yeah!
Есть! Или нет? Неужели что? Ну, на сюжет так насрать. Ух, ладно, это пока что был действительно лучший босс в игре. Он был очень напряженным. ミューに撤退しました。200年の都が本庄、わしは董卓を追うぞ。いいな、わしは一度引かせてもらう。休養があるのでな。お待ちください。今は都の民を救うべきでは。さよう、揉めている場合ではありません。 誰がこの事態を。あなたなら。 Ну, конечно, я. Кто же еще должен разгребать все дерьмо? Да. А, вот доп задание новое. Фух. Ладно, давайте тут пока что остановимся и сделаем перерыв.